Следующая остановка – Вишняковская улица, дом 41. Вишняковская улица, дом 41. Следующая остановка – площадь Анёлкара Капрала. Уважаемые пассажиры, при переходе улиц пользуйтесь подземными и наземными пешеходными переходами. Трамвай обходите спереди, в зоне видимости водителя, а автобус и троллейбус – сзади. Переходите улицу на зеленый сигнал светофора. Детей держите за руки. Уважаемые пассажиры, в связи с внесением изменений входов с города Москвы об административных правонарушениях с 27 июня 2011 года за безбилетный проезд и провоз неоплаченного багажа в наземном городском пассажирском транспорте установлен штраф в размере 1000 рублей. Благодарим вас за своевременную оплату. Уважаемые пассажиры, в случае обнаружения забытых вещей и подозрительных документов, не предпринимая самостоятельных действий, незамедлительно информируйте водителя. Thank you.
Остановка Российская улица. Следующая остановка 15-я городская больница. Уважаемые москвичи, Государственная противопожарная служба напоминает вам, что пожар легче предупредить, чем потушить. Наибольшее количество пожаров происходит в жилых домах. Поэтому, прежде чем выйти из квартиры, проверьте, выключен ли телевизор, утюг, электронагревательные и осветительные приборы, газовые плита. Не оставили ли вы непотушенную сигарету? Помните, что все это может стать причиной возникновения пожара. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте осторожны с огнем. Гражданам преклонного возраста и инвалидам. Уважаемые пассажиры, соблюдайте чистоту в салоне. Следующая остановка – управа районной машины. Следующая остановка. Поликлиника.